Друзья, всем привет на канале Russian Riders. Сегодня настоящая зимняя погода, и наконец-то все карты сошлись. И у нас, скажем так, на сравнительном тесте сноубайк и снегоход. Я давно хотел именно покататься, сравнить обе вот эти вот зимние техники. Единственный нюанс, конечно, да, такой может быть чуть-чуть необъективный, то что сноубайк китайский. ГР-8, 300-ка водянка, как бы, в принципе, нормальный китайский мотоцикл, который летом довольно мощно, в принципе, ездит. Но снегоход у нас горняк брендовый. Но самое главное, что именно горняк, потому что сравнивать утиль с сноубайком смысла никакого абсолютно нету, абсолютно под разные задачи. А здесь все-таки техника такая, гонять по горам, она и маневренная, но сейчас мы немного покатаемся, вы посмотрите от первого лица, и потом я расскажу, в чем сходу ощущается сразу крупная разница. Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас должна была быть лютая покатуха со сноубайками и снегоходом. Но пока я пытаюсь прорваться на точку сбора, где у нас будут сноубайки, я капитально встрял в лесу. Вот эта вот заброшенная дорога с глубочайшими колеями, ехать крайне сложно, потому что снежик кидает постоянно в разные стороны. В общем, сейчас посмотрите от первого лица. Но это будет капец. Блин, нет, дальше нельзя ехать по этой дороге, нафиг. Тут просто жопа какая-то. Короче, решил я развернуться и ехать в обратку, потому что по этой дороге что-то, мне кажется, блин, вообще нереал. Она вся в адских колеях. На ней очень тяжело управлять горником. Вот он, блин, постоянно просто вот валится в эту колею. А серединка жесткая, и ты не можешь вырваться вообще. Сейчас вот, наверное, по старому следу будет немножко полегче в этом плане. Настоящая зима. Ну, блин, на полях кайфово. А вот по таким дорогам читерским просто пипец. We'll be right back.
Сейчас немного очевидного, да, но тоже все-таки тема такая на размышление. Что выбрать, сноубайк или снегоход? Тут, исходя из бюджета каждого человека и исходя из условий, конечно же, потому что сноубайк — это все-таки техника всесезонная, да, сноубайк-комплект снимается, ставится в угол гаража, займет он там полтора метра, наверное, лыжа на него рядышком поставится, и все. Вот, снегоход, вот эта вот огромная бандура будет у вас стоять в течение, там, 9, наверное, месяцев из 12. Вот, занимать место, и никуда вы на ней ездить не будете, если вы только не как Алексей Новиков гоняете там по воде активно. Но это, на это не каждый готов. Итак, ребят, выдвигаемся. Сноубайк показывает нам путь. Лыжник-оператор сзади. И сейчас поедем на широкий уклон, широкую поляну с уклоном. Там попробуем интересные какие-нибудь переставки, уже что-то такое серьезное отработать. Посмотрите, какое шикарное поле с подъемом. Самое то, чтобы потренироваться. О, вот здесь мягкий снег. Давай такими траверсами, типа. С поворотами. Просто на ходах вверх по прямой. Готов? Стартани вперед. Да. Давай, давай. We'll be right back.
Далее, по маневренности. Вот это самое главное, наверное, в них различие, это их маневренность, управляемость. Горный снегоход управляется гораздо сложнее, но он тоже маневренный. Вот, здесь разница в чем? Когда мы садимся на сноубайк, если мы ездили на мотоцикле летом, ну, а скорее всего, если у вас сноубайк, то вы ездили на мотоцикле летом, то, в принципе, вы крутите руль, и он едет туда, куда вы и думаете. Интуитивно он управляется примерно так же. Есть некое ощущение, схожее с катанием на горных лыжах, особенно на фрирайдовых лыжах по целине. Вот. Он немного начинает так плыть. На твердой поверхности он сопротивляется, но все равно его проще немножко наклонить. И даже поворот руля, он, в принципе, выставляет лыжу на кант и начинает идти по дуге. За счет того, что гусеница плоская, он старается выправить, но, в принципе, даже рулем можно его удерживать, не сильно наклоняя корпус. На снегоходе, если вы сели первый раз, или если даже у вас какой-то опыт был на утилях, он кажется вообще неуправляемым. Он едет абсолютно не туда, куда вы хотите. То есть вы смотрите, впереди дерево, вам нужно повернуть влево. Вы начинаете там крутить руль, что-то там пытаться смотреть в ту сторону, он едет все равно в это дерево. То есть он едет, если крутить просто руль, он едет в противоположную сторону. Его нужно заваливать. Заваливается он благодаря давлению на подножке. Если снег жесткий, если снег мягкий, он легко управляется. То есть мы просто стоим на обеих подножках. Ну, вы посмотрите все это в видео от первого лица. Мы наклоняемся, да, и он уже начинает плыть в ту сторону. Если снег жесткий, не очень глубокий, то его нужно прям валить с усилием. Нужно переставляться на одну сторону, перепрыгивать, всем телом тянуть. Либо подтягивать второй ногой за вот эти вот, блин, как они, пазы для ног, короче. Вот, видел, тоже такую технику показывали. Потому что он прям категорически пытается всегда выправиться. Вот. На нем можно поворачивать действительно очень круто. Вот мне интересно, на чем проще сделать крутой поворот. Потому что на сноубайке дуга получается довольно крутая. В этом чувствуется, что немного недостаточно мощности. То есть, если мощи больше, его можно завалить еще круче, и дуга будет, соответственно, круче. Но что-то мне подсказывает, что на снегоходе такую дугу сделать будет проще, если вы научились его заваливать. Я вот сейчас сам проверял. Получается, дуга, ну, типа там в радиусе 3-4 метров, наверное. И это без каких-либо перебросов, как вот эти хабовер, там, ю-поворот и прочее, когда они прям перекидывают уже. Вот. Сноубайк тоже можно переставлять, да, как на этом, но должна быть мощность хорошая. Ребята, сейчас мы проверим, у кого получится самый узкий разворот именно по кругу. Сначала я на снегоходе, потом на сноубайке, и потом на сноубайке Игорь, потому что он больше прикатан все-таки, ну, может быть, он лучше меня сможет сделать. Сейчас вот сюда выставлю. Поехали, самый узкий разворот. Ну надо круг замкнуть только. Метров 6 в диаметре у меня получается. Давайте проверим сноубайк. Снегоход так вот не валится. То есть снегоход, даже если он почти лежит, он не падает. Сноубайк уже падает. Сейчас попробую сделать тогда дугу сначала побольше, а потом уже закладывать такой максимально низкий, ну, насколько получится.
первая начинает очень закапываться, то есть вторая все-таки оптимальна, мне кажется. Ну и что мы видим? Пока радиус на снегоходе меньше, чем на сноубайке. Давай попробует Игорь. Давай вот на вот этом пятаке, наверное. Такое ощущение, что его хватает на такую половину дуги. На дугу, а не на круг. Вот в дугу он хорошо, довольно круто входит. И потом дальше он начинает немного терять мощность, ну, как бы терять тягу. И не получается его завернуть при той же инерции на круг. Он либо выправляется, либо начинает подзаваливаться. Вот. Тренироваться. А так, кажется, в принципе, у тебя вот, ну, почти такой радиус. Я в повороте все равно газ немножко приотпускаю, потому что, знаешь, как бы, ну, не чувствуешь баланса вот этого. А, я думаю, может быть, знаешь, вот ты когда ногой чуть типа опирался, он больше закручивался. Но это такой уже прям супер медленный получается, как, знаешь, ну, как почти разворот с опоры. Сейчас попробую. Чуть-чуть. Из поворота газанул, поворот отпустил. Газанул, отпустил. И он как бы, когда он оседает, и в этот момент уходит в поворот. Но это как бы надо тренироваться. У меня чёрт. Ребят, примерно то же самое получилось в итоге. Мне кажется, если двигатель сноубайка будет более мощный, он будет с большей инерцией входить в поворот, прокатывается и удерживаться при большем угле наклона. Поэтому я думаю, что примерно как со снежиком. Но здесь есть нюанс. Снежик, когда выставляешь на одну лыжу, практически боком под 90 градусов, он все равно остается, ну, он не падает в эту сторону. А сноубайк, если чуть-чуть инерции там не хватило, он заваливается и уже придется, ну, он придавит и надо будет вставать. Это вот тоже такие нюансы, разницы в управлении именно. А еще один важный нюанс. У снегохода есть задний ход, у сноубайка нет заднего хода. То есть, если вы заехали куда-то в тупик, его вам придется, ну, либо искать место для разворота дугой, либо просто переставлять руками. На снегоходе есть шанс все-таки выехать задом, если снег не глубокий. Если снег глубокий, назад он не едет категорически, он сразу закапывается. У него сзади нет лыж, и он поэтому просто просаживается. Вот. Это больше для того, чтобы там по гаражу развернуться или где-то на дороге развернуться. Вот. В глубоком снегу проще все-таки делать такие повороты, стараться. Если вы засели, то задний ход тоже, как правило, не помогает. По весу снегоходы тяжелее, однозначно. Сноубайк поднять за вот этот вот тоннель будет попроще. И вытащить из какого-то сугроба. Снегоход, в принципе, тоже поднимается, но сделать это сложнее. У сноубайка очень легкая морда. Его можно тоже прям руками поднять, переставить. Снегоход спереди переставить руками практически невозможно. Вот сейчас в лесу я засел. Получилось, но очень тяжело. То есть спину там можно оставить свою совсем. Сможет, но будет тяжеловато. Медленно. Будет.
И еще один важный нюанс по поводу езды на этих двух снарядах. На сноубайках преимущество в 90% ездят сидя, это факт. А на горных снегоходах в 90% ездят стоя. Сидя только паратрачки там или ну какие-то минимальные на спуск съехать. Здесь в стойку встают только когда какие-то прыжки. Все, в остальных случаях на нем лучше сидеть. О том, насколько сложнее на нем управляться на узких участках. Смотрите, он едет прям по траверсе, вообще на изи. А я оттуда, скорее всего, свалюсь и покачусь. Я даже здесь меня стягивает. Когда такая махина на тебя падает. Ух. Это была попытка хабовера. Ну как? Фух. Страшновато было, когда он на меня начал падать. Мне тоже страшновато было. Мне кажется, если бы я газанул, я бы выправился, но деревья это мешают. Помоги туда, чуть-чуть выправим. Вообще реально, если завалит, блин, охренеешь из него вылезать. Ну вот за эту просто толкни туда или вот там потяни. Опа. Покажи, кстати. Чё? Чё снял? Хабовер твой? Да. Нормально. Залезь с той стороны. А, да он сейчас выйдет уже, смотри. Он упадет. Не, не упадет. Снимай дальше. О, блин. Ребят, вот в этих условиях мы очевидно видим, что сноубайк просто в миллион раз маневреннее. Нужно быть асом снегохода, чтобы здесь вот, не знаю, проехать вот по такой траверсе с малым снегом, разворачиваться вот в таких вот ограниченных местах. Вот, но на сноубайке как бы
спокойно он цепляется, едет по вот всем этим изломам и сгибам. Единственное, если дать прямого вот в такую снежную гору с большим количеством снега, он начинает закапываться и не вытягивает. Я честно скажу, что у меня опыта мотоциклетного очень мало, и летом я бы здесь никогда бы не проехал. Но у меня второй год опыта сноубайка, поэтому я уже знаю, что все, многое возможно. Вот видите, да, летом здесь, скорее всего, бы слезало колесо просто в сторону, потому что уступа никакого нет, а гусеница цепляется кантом, ну, краешком вот этой, и едет. Ребят, у нас появился еще один участник конкурса, на котором сейчас я попробую сделать минимальный разворот. Не знаю только, что делать с суперскользкими подножками в моих суперснегоходных сапогах. Так. Так, погоди, погоди, это надо дергать. Заводится с полпинка. Ребят, завершаем наш сегодняшний видос. Как вы видели, по управляемости, конечно, снегоход в таких условиях гораздо сильнее проигрывает сноубайку. На сноубайке сел, рулишь, едет туда, куда хочешь. На этом, чтобы даже вот так ехать, как сейчас я там пробовал через кусты, нужен некий опыт. Сходу на нем так не поедешь. На сноубайк можно сесть, и он сходу, в принципе, будет так рулиться. Вот это очень большое отличие. По поводу ощущений, мощь горного снегохода, конечно, она дарит просто какие-то незабываемые эмоции, лютейшие. Когда даешь полный газ на нем по полю, по прямой, хотя он не для этого, понятно. Вот, какие-то развороты тоже крутые, когда научаешься на нем делать, это тоже чувствуется очень кайфово. Но когда ты хочешь заехать в какое-то такое более эндурное место, вот с нашими лесами, с нашим рельефом таким, который... То горочка, то кочка какая-то. На снегоходе очень тяжело, очень легко сесть. Постоянно приходится с него там прыгать с подножки на подножку. На сноубайке, как вы видели, по траверсе прет. Маленькие узкие кочки, все проезжает, как почти мотоцикл. Ну, чуть-чуть длиннее, да. В разворот, в принципе, примерно такой же, как у снегохода входит. Вот. По мощи, да, к сожалению, если здесь будет метр пухляка, этот уже может зарыться, не вывести, а вот этот вот попрет просто как надо, и там он будет рулиться как раз таки лучше, потому что там его будет очень легко наклонять, с ним не надо будет бороться. Но в наших условиях такого пухляка, чтобы был метр пухляка, бывает, не знаю, на моей памяти, в детстве я помню примерно такое, так обычно там по колено максимум. Вот, все-таки нет такого большого снега, чтобы гонять на таком снегоходе. Кайфово, да, там несколько раз за зиму выехать, но на постоянные покатухи я бы все-таки себе реально собрал сноубайк и, наверное, на следующий год, надеюсь, соберу. Главное понять, на каком моторе, чтобы он хорошо пер. Такой вот незамысловатый видосик, да, можете там покидаться палками по поводу того, что на снегоходе там что-то не так я делал, что сноубайк надо мощнее или там наоборот, сноубайк топ или снегоход топ. Как обычно, там есть два лагеря, да, снегоходчики. Снегоходчики, которые гоняют в горах, как правило, они сноубайки засирают. Типа сноубайк не тянет и все такое. Отчасти согласен, даже мощный сноубайк в там двухметровом снегу, он будет просто садиться на дно, наверное. Вот, но хотелось бы это проверить самому. В общем, надеюсь, такая возможность еще у нас предоставится. Подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!